Вот эта бутылка на 200 литров. По бутыли в каждые руки. Внутри одной посуды средства, которого хватит подкормить весь садовый участок. Пользуйтесь этим только по инструкции. Так, в поддержку садовода включился бизнес после того, как в апреле к предпринимателям обратился президент республики с просьбой помочь дачникам во время пандемии. Как бы тяжело нам ни было, надо поддерживать. Это основная часть людей, которые нуждаются в поддержки, которые благодаря вот своему присадебному участку обеспечивают себя свежей продукцией. К слову, тогда в республике начали бесплатно выдавать садоводам семена и рассаду. За 3 месяца большинство садоводов наверняка получили первый урожай, но с легкостью могут претендовать и на второй. Их снова поддержат бесплатными удобрениями. Знаем, что у вас 380 тысяч и миллион участников этого садоводческого движения. Препараты для роста овощей тоже выдают бесплатно. Сегодня союз садоводов, спонсоры и производители объяснили порядок получения этой помощи. Пожалуйста, приходите в союз садоводов, давайте заявки. Нам самое главное, чтобы мы могли привозить этот продукт кому-то, чтобы не искать, не бегать по садоводам. Этот препарат заменяет традиционные удобрения и уже показал эффективность в Индии и Греции. Теперь настала очередь и республики. Сейчас его производят в Казани, адаптировав под местные овощи. Начиная от самых известных, это овощные: огурцы, помидоры, свекла, капуста, морковь. Ну, то есть те, вот, что, например, я у себя сажу в огороде, все я использую. Получить средства может каждый практически в любое время. Еще месяц-полтора до конца сезона мы раздаем, только оплату производит, только за привоз. С апреля садоводам выдали больше 2000 таких бутылей. Одной должно хватить на весь огород, как говорят производители. Главное — поливать только корни, а дальше ждать хорошего урожая. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қонақ күттіріп кіне интернет-фильтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.